Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заболевания регистрируются на территории округа с нарастающим итогом. За предыдущую неделю в регионе было зафиксировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом. Напомним, еще совсем недавно в Ненецком округе не было больных с таким заболеванием. Заболевшие жители округа, трое из которых вернулись из-за его пределов. В стационаре находится 5 пациентов в среднетяжелом состоянии. На амбулаторном лечении также 5 пациентов с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс. Среди заболевших беременная женщина. На карантине еще более 30 человек контактны. Представители здравоохранения отмечают, что заболевание у больных во время второй волны пандемии протекает в более тяжелой форме и рекомендуют более активно вакцинироваться. Если вы запишетесь на прививку через портал госуслуги, то после вакцинации получите сертификат о вакцинации на двух языках – русском и английском, что необходимо для поездок за рубеж. Вакцинироваться также можно без предварительной записи в поликлиниках города Нарьян-Мара и поселка Искателей по субботам с 9 утра и до 13 часов. На прошлой неделе глава региона поручил профильному ведомству выбрать направление для полетов субсидируемого чартера летом из аэропорта Нарьян-Мара с учетом пожеланий жителей региона. Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта организовал социальный опрос населения. Было предложено два направления – Москва или Краснодар. Мнения опрошенных разделились. 60% голосовали за маршрут Нарьян-Мар-Москва-Нарьян-Мар. Оставшиеся 40% поддержали полеты в Краснодар. Мнение населения учли. В настоящее время профильный департамент совместно с Нарьян-Марским авиапредприятием запрашивает коммерческие предложения от авиакомпаний на выполнение чартерных рейсов самолетом вместительностью 50 человек. Чартер по субсидированным билетам будет летать один раз в неделю по воскресеньям. Ориентировочный период выполнения рейса с 15 июня по 15 сентября. Предварительная стоимость билетов в одну сторону с багажом по направлению Нарьян-Мар-Москва-Нарьян-Мар для взрослых составит 9900 рублей. Для детей 50% от стоимости. В окружном бюджете на 2021 год на субсидирование воздушных перевозок запланировано 65,5 миллионов рублей. Всего предусмотрено 4 вида субсидий. Одна из них – субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Субсидия предоставляется при выполнении регулярных авиарейсов по маршрутам Воркута-Каратайка-Воркута, Воркута-Усть-Кара-Воркута, Харута-Инта-Харута, Харивер-Усинск-Харивер, Несь-Мизень-Несь. Всего запланировано к выполнению 109 рейсов. В окружном бюджете на 2021 год по данной статье предусмотрено более 3 миллионов рублей. Потребность же составляет около 11 миллионов. Нарьян-Марский объединенный авиаотряд выполняет полеты с мая до конца года. Коми Авиатранс с июня по август. Еще одна субсидия предоставляется на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в Усинск, Архангельск и Амдерму. На реализацию мероприятия в 2021 году запланировано около 17 миллионов рублей. Еще один вид субсидий предоставляется на выполнение рейсов из Ненецкого округа в города Сыктывкар и Киров. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования 50% из федерального бюджета и 50% из окружного бюджета. На реализацию мероприятий в 2021 году запланировано более 34 миллионов рублей. Четвертая субсидия – обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого округа в Архангельский аэропорт Васьково. Субсидия предоставляется при выполнении регулярных авиарейсов по маршрутам из Васьково до Неси, Омы, Нижней Пёши, Вижеса, Чижи, Индиги и Шойны. В окружном бюджете на субсидии предусмотрено около 11 миллионов рублей. В ближайшее время будет проведено совещание по данному направлению полетов, поскольку, несмотря на субсидирование, цены на авиабилеты для жителей населенных пунктов на западе округа по-прежнему очень высокие. В целом на субсидирование межрегиональных перевозок будет дополнительно выделено порядка 80 миллионов рублей. Выпускникам Ненецкого округа предлагают поступать на целевые места по направлениям филологическое образование, этнофилологическое образование, образование в области иностранного языка, математика и информатика, биология и химия. Существенным условием договора о целевом обучении является обязательство гражданина после окончания вуза отработать в образовательной организации не менее 3 лет. При этом студентам, обучающимся в рамках целевого обучения, будут представлены меры социальной поддержки. Отличники будут получать ежемесячную стипендию в размере 5000 рублей, хорошисты – 3000.
3000. Один раз в два года будет компенсироваться стоимость проезда к месту учебы и обратно, а также один раз в год стоимость проезда из места учебы к месту прохождения практики. Традиционными партнерами при организации целевой подготовки в 2021 году выступает Северный Арктический федеральный университет и Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Главный критерий для зачисления – результаты ЕГЭ. Информация о количестве бюджетных мест, на которые проводится конкурс между абитуриентами, размещена на официальных сайтах вузов. Дополнительную информацию можно узнать по телефону, номер которого вы увидите на своих экранах. С 1 июня пассажирские автобусы на Ринмарского АТП перешли на летнее расписание. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это касается как городских, так и межмуниципальных маршрутов. Общее количество рейсов по сравнению с действующим зимним расписанием сократится. Традиционно в летний период пассажиропоток снижается в связи с отпускным и каникулярным сезоном. Расписание будет таким же, как и прошлым летом. Специалисты автотранспортного предприятия уже поменяли таблички на всех автобусных павильонах. Новое расписание размещено на сайте АТП и обновлено в мобильном приложении. Этнокультурный центр НАО приглашает северян 12 июня выйти на улицы города в традиционных народных костюмах, чтобы подчеркнуть красоту и уникальность, своеобразие и важность многонациональной культуры нашей страны. В праздничный день участники акции «На день народное, на день России» прогуляются по улицам Нарьян-Мара. Место встречи – площадь Марацей в 11 часов. Там пройдет дефиле традиционных костюмов. В народные топ-модели организаторы зовут всех, у кого есть наряды, сшитые за последние 3 года. Параллельно акция пройдет в социальных сетях. В прошлом году из-за эпидемиологических ограничений акция прошла онлайн и собрала более 90 человек. Среди них жители города и населенных пунктов округа Ниси, Красного, Оксина, Тельвиска, Андика и поселка Искателей. Замечательно, что к нам присоединились и участники из других регионов – Удмуртской республики, Мурманской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Коми. Интерес к традиционной национальной одежде растет с каждым годом, и это радует. Желающие присоединиться к акции могут позвонить по телефону или написать на электронную почту. Номера телефонов и адрес электронной почты на ваших экранах. Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный весной прошлого года из-за распространения коронавируса, сохранится до конца 2021 года. Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Архангельской области и Ненецкому округу, это позволит гражданам и дальше обращаться за услугами в дистанционном формате. Принятые меры помогают уменьшить число личных визитов в клиентские службы фонда, сокращать количество предоставляемых гражданам сведений для оформления выплат и беззаявительно продлевать ранее назначенные пенсии и пособия. Речь идет о следующем. Услугах. Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет и по телефону, оформление и продление выплат по данным информационных реестров, содействие в сборе сведений для оформления выплат, информирование через личный кабинет и по телефону. Подробнее о порядках предоставления оказанных услуг, а также о работе электронных сервисов можно узнать на сайте Пенсионного фонда.